в Самару. МТЛ-арена, матч российской мужской суперлиги. Игра 21-го тура. Нова принимает Пакет из нового Уренгоя. Талий Дикарев, блокирующий. Делал силовую подачу. Курин очень справляется. Достаточно находит Папазова, но в защите прорабатывает Грантин. Скидки не получается. Короткая передача до Санжа, до Съемщикова. И капитан хозяев вколачивает мяч в гол. 2-1. Виталий 21 очко набрал. 20 в атаке, 57% показал и победный мяч. Забил в четвертом сете. Ну а это Алексей Ковальчук. Вместо получившего травму Антонова. И отлично подавал в четвертом сете. Вез весомый вклад в победу. Хозяев 3-1, ну а здесь снова Малечки хозяев. Здесь Даиса был далеко. Хорошо довел Капранов, он же атаковал после передачи Гранкина, но блок Съемщиков. Капранов справляется, будет доигровка у гостей. Ковальчук такой трюк, да, сейчас изобразил над головой и нанес удар. Кстати, у вас никто не хватил. Один из шести волейболистов, которого этот клуб воспитал. А здесь четвертый звон и филигранный удар Максима Шпилева. Еще один накат. Шпилев хорошо доводит до Досанжа. И скидка Виталия Папазова. Очень красивый розыгрыш. Суперлиги. Коим, я думаю, можно отнести и Лукиту Еремина, который играет на этой позиции в нове. За голову передачу Гранкин делает, и Энс в своем стиле сильно, точно. Хозяевам скидка Пулина. Игровка у Факела. И тройной блок Корнея Энсу. 22-24. Зинейкин. Тройной блок. И тройной блок теперь уже работает у новые. Зинейкин перебрасывал мяч. И ваут. К сожалению, Максим Пулин бьет. 25-22. Факел идет десятым. В последнем туре проиграли Нижневартовский 1-3 и пропустили вперед Солигорский Шахтер. Тяжелый розыгрыш. И что здесь? Здесь все-таки Зинейкин скидывает по линии. Шло 12. Но вряд ли сомневаюсь, что Факел там будет. Ну, еще можно за шестерку бороться. То есть впереди. Хорошая Шпилева. До самого такого доигровщика. И Гранкин скидывает. Один раз. Усложнение. Справил с трудом, но Аэнс разыгрался. Корней. Сильно бьет Шпилева. Значит, да, ну, Данани, собственно... Все, да. Ну, с потерей ранее, что Владислав Бабкевич, доигровщик, который перебрался в казанский
«Зенит». Ну, это серьезная потеря. Делал результат. Факель отлично вышел на замену в матче с «Динамо». Во втором сете здесь нет приема, к сожалению. Справляется этой подачей. Великолепная подача. Достанет Еремин. Ну, просто красавец им. Максим Курин. Прибол у гостей. Снова Еремин играет, но не удается уже. Здесь сложно было Штилеву. Одной рукой пытался перевести мяч на сторону соперника. Красивый розыгрыш. Здорово в защите сыграл Никита Еремин. Северян. Здесь одной рукой принял Шпилев. Курин не забил. Доигровка. У гостей скидка Йенса. Поднимают. И попадает в площадку. Сим Шпилев. Своей привычной кондиции. Большой надежды. Йенский штаб предлагает. Классный подача. Удалось. Посмотрите. В защите здорово сыграл Кирилл. Шпилев просто перебросил. И здесь первым темпом на сердце Клайчик. Все идеально исполнил. 13-10. Виталий играет. Хотя в этом сезоне так составит раз начинал Денис. Но последние игры есть небольшой отрыв у гостей, но пока не критический для хозяев. Здесь хорошая доводка от Капранова. Грамотный такой передачи. Скидка до Санжа. Да, как всегда, когда никто не ждет, Ашдип. Гранкин. Низкая передача на Дикова и ногой. Тот вставляет мяч в игре. Доигровка у гостей. Сбрасывает Гранкин. Двойной блок. И поставили забор. Здесь Дикарев и Гранкин. 0-3 снова уступила. На Энца. И великолепный блок от Максима Пурина одиночным. Прием 54-52. Ошибок больше на 6 было. Лунова. Ну, в общем, четко сыграли в концовке. В концовках комбинации, которую будет сейчас играть. До Саншкова найдет Съемщикова. Первый темп, и снимаются волейболисты новые. Прихватить пытаться. Едва не заступил Владимир на линию. И здесь перевисели волейболисты новые. Шпилев здорово сыграл. Досанж за спину. Ну и, увы, Виталий Папазов в задней линии атакуя. Бьет в аут сибирского Локомотива в Санкт-Петербурге. Ну, кстати, вот в Белгороде 1-0. Первую партию выиграли хозяев. Вторую 18-16 ведет Динамо. Сможет удалить он в Сургуте Газпром игру, но 1-3 проиграли. Ну и Нефтяник тоже одержал победу, обыграв дома аутсайдера АСК из Нижнего за счетом 3-1. Папазов. Денекин доводит до Гранкина и из второй зоны забивает. Янцев Закоп отбрасывает мяч, но не сильно подает. Здесь скидывает Досанж, подстраховал съемщиков. Так, и здесь убрал руки Владимир, но, может быть, и зря. Получился одиночный блок вместо двойного. Гости Янцев, Шпилева, едва потолка мяч не коснулся, но розыгрыш продолжается. Поздняков не забивает. Хорошая игра в защите у Факела. Здесь Досанж за спину попазывает, того Ковальчук зачеклил. 5-2. Не справляются с блоком. Или появился первый матч после болезни. Это переходящий. И Шпилев бьет очень сильно в корне Йенса. 4-6. Станислав Денекин. Мощнейшая подача. Короткий пас Терентьева на Съемщикова. Теперь на Шпилева. И доигровка у Факела. Не сбивает Энс. В защите играет Литвинов. Блестяще. И здесь Гранки на подаче не получается. Нужно забивать. Денис Литвинов из второй зоны в центр
площадки кладет этот мяч. 5-7. Ну, вот такие розыгрыши очень важно выигрывать. Затяжные, да, с защитными действиями, большим количеством защитных действий. Смотрите, как спас Литвинов. Играли в гостях. Дома еще ни разу не брали верх над Факином. Первый темп. Кирилл Пиун. 6-8. Хозяева Максим Шпилев. Накат. Справляется Андреев. Ну, а здесь безупречен Капранов. Хозяев неплохо. Андреев с трудом поднимает. Ну, а здесь Денекин, конечно, чудо практически совершить сегодня хозяевам, чтобы эту серию из 8 поражений подряд против Нового Рекордов прервать. Поздняков! Близки северяне к тому, чтобы выиграть в трех партиях. Литвинов. Гранкин в защите. Отрабатывает Дикарев. Поднимает. Андрей переводит на сторону Новой. С задней линии Поздняков не заметил блока. Цепляться нужно было, да. Нови сегодня та команда, с которой можно набирать очки. Ну вот сейчас дома-то обязан. Не сильно так мягенько Энс отыгрался от рук Савелия Позднякова. Показывает Савелий, как нужно было сыграть. Для гостей Владимир Съемщиков, что у капитана получится. Несложная подача, и на опыте и мастерстве Гранкин скидывает в центр площадки. Уренгойт, укороченная, достает Никита Еремина, но здесь фрибол. И Гранкин, ну и он здесь самоуверенно сыграл. Ну, подача, конечно, у Сергея не получилась. 21-24. Ну что, серия нужна от Никиты. Может быть, получится, увы. Увы, 25-21. Факел выигрывает третью партию, и матч со счетом 3-0.